Друзья, всем привет! Мы на Онежском озере. У меня в гостях ребята из Рязани. Это Николай, его сын Даня. Мы выехали на глубокую лоду. Порядка 7 метров глубины под нами. Обстукиваем дно джиг-головками с резинками. Пытаемся кого-то поймать. У нас глубоко. Опускаем приманочку. Ждем какое-то время. Долго падает. Падает долго, это верно. Ребята, мы нашли точку, к сожалению, несколько забросов, у нас сошла небольшая щучка, и вот что у нас происходит, видите, объеден хвост на одном спиннинге, Даня, покажи, объеден хвост на другом спиннинге, пока ничего больше не вытащили, одни объеденные хвосты, продолжаем ловлю, уже полчаса на воде, у нас удар за ударом, но ни одна рыба еще не поднята в лодку, наверное, мы не очень хорошие рыбаки, судя по всему. А может быть, а может быть, нам перестала сопутствовать удача. Наконец-то поклевка, более что-то тянет, неплохой акушар, очень неплохой акушар. Вот, ах ты, ушел у лодки. Ну не пруха, парни, нам сегодня, не пруха, опять не наш. Ну вы все видели. Ну и даем рыбе шанс, называется. Ну тем, в общем-то, интересна рыбалка. У нас нету цели там натаскать ведро рыбы, потому что рыба-то у нас, собственно говоря, есть. Мы реально получаем удовольствие от самого процесса. Ну вот, ребят, рыбалка наша продолжается. Мы постояли на точке, поджиговали, оторвали. Ну, видели сами, что дернули там пару окушков. Один у нас ушел окушок, щучка ушла. Сейчас будем переходить на другую точку. Ну и чтобы не терять времени даром, ставим троллинговые приманочки и немножечко потроллингуем. Что у нас стоит? С одной стороны раполок 5 метров заглубления, в районе, может быть, 4,5-5. И приманка шторм, которая хорошо показала себя в Астрахани. Покажет она себя на Онеге. Будем проверять. Ну что, погнали дальше. У нас поклевка на троллинг. Даня что-то тащит. Смотреть, что там, что-то есть, работает фрикциончик. Небольшой окушок клюнул на раполку, и он опять ушел. Что за день у нас сегодня такой? Вот, ребят, мы с 10 метров глубины заходим на метр. Вот эхолот у нас показывает уже 3,2 метра. Сейчас будет пятак с глубиной порядка метра. Посмотрим, что у нас есть на мели. Поставили мелкие приманочки. О, Саня забагрил на попе окунька. Не, зачем это в трусы? Мне это не надо в трусы. Ну как? А еще что-то тащит, пошел клев. Да блин! Да тащим, тащим, окунь, хороший окунь. Тихо, тихо, просто подымай. Просто подымай спиннинг. Отличный окунь, тихо-тихо, главное, чтобы он не ушел, ребята. Отлично, мы нашли рыбу, посмотрите, какая рыба, какой окунь. Это зачет. Все нормально, мы хотели поймать кое-что на копчушку, и похоже, мы поймали. И похоже, мы поймаем. Это реально зачетный окунь, карельский, онежский, классный окушок. Даже не могу снять его камерой. Вот на такой вот попер. Все перешли на попер. Атака мимо. Я как футбольный комментатор сижу. Смотри, смотри. Атака, поклевка. Отлично, что-то тянем. Неплохой акушарик. Даже очень неплохой. Да, хороший акушарик. Ты хотел на копчуху? Вот тебе рыба на копчуху. Хороший акушок. Отлично. Еще атака. Ребята ловят с двух бортов. Рыба клюет одна за одной. Небольшой акушок. Этого мы отпустим. Ну, снимай, молодой человек. Учитесь. Вы в таких рыбацких перчатках сидите, что уже пора вам самому тут заниматься этим делом всем. Еще одна поклевка.
Ребят, у нас заброс, поклевка. Сейчас рыбалка происходит в таком режиме. Ну, небольшой сибзик. Такую рыбку мы отпускаем. Ну, такой так себе кусок этого, наверное. На пределе он такой. Да. Мы его отпустим. Тащит рыбу. У него поклевка. У него лицо какое довольное. Ох, как упирается. Дайте сачок. Надо помочь Коляну. Тихо. Смотри-ка, что там у тебя. Тихо. Такой акушар. Ты где? Где он? Я его не вижу. Тише. Он под траву пошел. Да подтяни ты его. Какой горбачок, ё-моё. Отлично. Вот так вот, ребята. Вот такие окуньки. Вот такие вот здесь у нас акушарики. Все, ложи. Онежское озеро. Занежье. Коля, покажи довольное лицо. Его, Коля. Посмотрите, ребята. Такие, да, таких мы... Таких вы не ловили. Рязанские ребята дают тут жару. Рязань, вам привет с Онеги. Да. Надеюсь, расскажете там у себя потом. То есть мы берем вот только таких вот. Вот такие вот онежские акушарики. Тянет еще одну рыбешку. Он сделал фото на память, сказал, покажу всем. Да неплохой акушар. Ох ты, зараза. Мы его сглазили просто тут. Да ничего. Мы его сглазили, Коля. Блин, ничего, обидно, что. Еще чего-то тащим. Не такой, конечно, кабан. Кабанистый. Ну, в принципе, зачет. Зачет, да. На копчуху пойдет вполне себе. Где наш оранжевый ящик? Покажу всем, когда делал селфи с ним. Тянем еще одного горбачка. Переместились на 100 метров буквально от места ловли. Давай отпустим. Пусть гуляет Вася, подрастает. Так, вот мы уже кого-то тянем. Но это, наверное, не щука все-таки. Что по повадке-то чувствуешь? Кунёк. Кунёк со специями. Кунёк со специями у нас попался. Это приправленный травой. Приправленный зеленью, точнее сказать. Пошел гулять. Жирок нагуливать пошел. Опа. Америка, Европа. Ну, ребята у нас уху не варят, так-то окуни-то на уху пошли бы вполне. Москвичи говорят, это вообще зачет, а тут вот рязанские парни что-то в воду все. Привыкли к крупной рыбе в Рязани, судя по всему. Зимой такой трофеем считается у нас. Смотрите, что делается. У нас со всех сторон котлы рыбы. Я не могу взять спиннинг, я тоже хочу забрасывать. Посмотрите, что творится. Ребята у нас распутывают. А ребята в это время у нас распутывают какие-то узлы. А надо резко реагировать и бросать. Ну вот теперь она туда уже переместилась. Она здесь везде. Бьет, смотри. Так, оператор выключит ненадолго камеру. Тоже хочет половить. Оператор хочет половить. Прервемся ненадолго. Поверни сюда. Тихо. Хороший зачетный окушок, подтягиваем его, не рвем, не... да блин, мимо, ребята, да что ж такое-то, еще один окунь на копчение, подымать не надо, надо это, в воде пусть он будет. Что, у вас фоткаться с таким товарищем? Это, ребят,
ребят, паровой опыт, летний паровой опыт. Вот так у нас. На нашей рыбалке мы пошли на троллинг в сторону дома. У ребят сработали два финнинга дуплетом. Они что-то тащат. Сейчас будем смотреть, что. Но не друг друга. Главное, чтобы не друг друга тянули. Хотя навряд ли. Осталось ему. Так, с левой стороны ничего. И справа ничего. Что это было? Не, у него прям явно поклевка была. Ну, значит, сошел. Я просто вытягивал, мне вам пошел, блин. Эх, два схода. Разматываемся, парни. Итак, друзья, мы возвращаемся домой с рыбалочки. Как вы видели, рыбалочка у нас была, можно сказать, чистого листа. Что поймали, то поймали. А поймали неплохо, много рыбы отпустили. Вот этих вот ребяток взяли на копчение. То есть мы, по сути, сходили в магазин на озеро. Берем вот столько, сколько можем съесть, как говорится. Вот, рыбалка вот такая вот. Вот. Ну, не повезло сегодня с крупной рыбой, но мы ее поймаем обязательно. Ну и на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!